Ребята, всем привет! Вы на канале Крутые Ютуберши, и сегодня мы будем пробовать разные кислые конфетки. Так, Даша, давай. Закрытыми глазами самое главное будем выбирать. Мешаем. А, кстати, у нас их очень много. Сколько? 6 штук. Очень много, сколько? Сейчас, я занят. Так, я сейчас. О, мне досталось, который я хотела смотреть. Вот такая конфетка. Кислая. Сейчас мы ее будем пробовать. Вкусную такую, да? Алло. О, она похожа. Даша, смотри, она похожа на метеорит. Смотрите, ребята, какая конфета красивая. Да, хорошо. Все, пока. Ой, кисло. Даша, у меня вот это попалось, бери тоже пробуй. О, у меня железные нервы, и я попытаюсь, не скривиться. Но как Полина это сделала. Так, ладно, выберу одну. Вот эту. Мне попалась вот такая вот конфетка. Сейчас я ее попробую, вот супер кисло тут написано. Я выброшу. Чтобы не видеть это никогда. Вкусная стала вот так. О, она белая. Белая? Мне страшно ее помню. Ребят, вы видели, какой формы была моя конфетка? Она была похожа на метеорит. Такая красивая. 3, 2, 1. Вот и вторая часть нашей вкусняшки. Теперь я выбираю все конфеты, которые уже не ищу. Я хочу, пожалуй, эту я не хочу. О, вот эту хочу, она самая маленькая. Как раз таки та, которая у меня была. О, супер кисло. Угу. Вот, я вам покажу сейчас упаковочку. Такая конфетка, сейчас ее, смотрите, раз, все. Белая. Она белая. Да. Вот как у меня. Смотрите, то видела мою реакцию, она совершенно спокойна, но хотя... Кстати, я эту конфету проглотила. Это конфета... Кислая! Немножко привкусом на ирис похоже. Не советую кисло очень. Ну, я съела, даже ни капли не скривилась. Даже нервы хорошие. Но все наши кислые конфеты, не удивлюсь, если она Toxic Waste так вот не съест. Нет, Toxic Waste это не вот такая вот жевательная конфета, и ее более трудно. Не, она жевательная потом. Угу. Но... Ой, она стала вкуса, как сопли. Toxic Waste? Тьфу. Toxic Waste? Тьфу. Toxic Waste я вам не советую пробовать, потому что эта конфета вот настолько кислая, что она просто сжигает вам язык. Вообще-то адски. Давайте я буду выбирать конфету следующую. Только ты повторку не возьми. Да, я не возьму. Я вот специально отложу. Вот, две конфетки осталось. Сейчас я быстренько вот так вот за спиной перемешаю. Мне даже интересно. Осталось только вот эту здесь. Вот эту конфету я пробовала, она очень кислая. Мне вот это вот попалось. Это, кстати, одна из самых больших в этом видео. Как же у тебя нервный тик? Так, она на планету. Иди чуть подальше, чтобы все было видно. Она на планету похожа. Вот я вам сейчас показываю. Вот она на планету похожа. Очень похожа на планету. Так, 3, 2, 1. Она вкусная. Она покинула немного. Это конфета. Очень вкусная. Потом жвачку уберем. Так, сейчас я вот это буду пробовать. Супер-пупер классная конфета. Вот, ребятушки, я мигом не открыла. И она белая, как оскорбинка. Вот, смотрите, какая оскорбинка.
пахнет колой. А мне... Вырастай обратно. Эта конфета, она немножечко противная. Не советую, очень кисло. Мне горло болит. Сопля, попробуем. Не советую еще пробовать электрошокер, от него очень сильно горло жжет. Да, кстати, в прошлом видео, наверное, ну вот. Не смогла. Вы не смотрели, потому что она не смогла его смонтировать. Да, короче, там... меня одолел этот электрошок. Вот он просто разжигал язык. А сейчас я попробую вот эту вот конфетку. Это ужасно. Мега шок. Она кока-кольная. Ее можно, кстати, жевать, и не пукать. Ой, сейчас я тут. А что там еще зайдем? Нет денег, наверное, нет. Еще по концепту. Так, вот. Такая она. No. 3, 2, 1. Ну что, вкусно? Угу. Мам. Я случайно зубом скрипнула. Что? Хоть нам зубом скрипнула. А кстати, сейчас, наверное, у нас еще будет бонус. Мы принесем еще несколько конфеток. А сейчас... пауза. Вот смотрите, Даша побежала в магазин. Все новые конфеты, ребят. Помахай своим подписчикам. Вот она, Дашка. А вот у тебя конфета жуя. Она такая вкусная. Фу. Конфеты. Ой, бывают такие вкусные. Знаете, я что сейчас, я не на вас смотрю. Ребята, кстати, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайк. Кусики, самое важное, что вообще бывает. Ребята, напишите в комментариях, нравится ли вам прямо такое видео. Варки. Вот сейчас она принесет еще конфеток. Каких-нибудь вкусных. А я ее жду. Сейчас она быстро там. А сейчас пауза. О, Даш, давай быстрее, сейчас опять включать будем. Сейчас опять включать будем. Ой, я забыла выключить. Итак, вот сейчас я принесла еще две конфеты, они новые. Давайте покажем. Сейчас. Крем. Они вот с таким вот вампирчиком, и меня сразу же напугало. Она голубая. Она похожа, знаете, на голубику. Смотрите, какая она красивая. Давайте мы одного. Стой. Правильно, как токсиковая, слизни. Так. Он язык красит. У меня синий язык? Ой. Да, мы конфеты. У меня язык синий. Мы конфеты пробуем. Ага. Ага. Все, это конфета меня одолела. Ребята, я сейчас кривусь ужас как. Не представляете. Губы не красит, только язык. И зубы. Я вон часом тут на горшке сидела.
тебе повело, моя глазка. У меня губы синие. Я домой пойду. Хотя у меня есть вода, я, может, разбавлю эту краску. Ребят, классная конфетка. Так вот почему чертик с синим языком был. Я не синим. О! Тут написано, что она синяя, снимает синюю оболочку и становится розовой. Покажи свою конфету. Розовая, да. А я еще пожую, пожалуй. Я, короче, сейчас возьму воду и сполосну себе рот. Что это? Зайчик. Встань. Покажи зрителям свой пончик. Ну, покажи. Они... ну, вот ребята, вчера... смотрите, очень вкусный пончик. Давайте я его сейчас на ваших глазах попробую. Сейчас. Жую конфету. Оказывается, это сквиши. Смотрите, ребята. Пончик. Язык отмывается водой. Просто возьми так. А я не буду, мне нравится мой синий язык. Да не горло полощи, а язык. Вот там. Это выглядело ужасно. Ебануло. Давай фотку снимем. Давай быстро. Сейчас сделаю фоточку. А, язык высни. Что, вот давай с этой конфетой. Держи упаковку. Еще раз фоткнуть. Давай пусть зрители посмотрят. Ты клюешь. Ребята.